Мы все знаем высказывания мировых лидеров. Республикада тауыр күнектіріп ұйғылады тілді.
прошедшие штанги президента Разбурного для Бугатского Зайка Дня Республика Крыльевский Зубля для Сарана. Здесь, пожалуйста, да, затанцы. Это большой табуэрбус, это был вопрос о площадке дня, это был еще яшер, еще елга яшер. Ләкин үткән гомере эшләгән эше халыкка дөрес иттермәй әле. Хезмәт иткәне хәзергә күз алдында әле тарихта 20-нче гасырның тарихында 20-нче гасырның тарихында ул үзенең иен эшен халкыбызга, дәүләтебезгә салган эшләр мәңгелеккә калды. Что пришли проститься с моим отцом. Хочу поблагодарить Государственный совет, работников Государственного совета, которые помогли нам организовать эту церемонию. Мечеть Маржани, служителей этой мечети. Ну, что могу сказать? Мы дети, я и мой брат, всегда были как за каменной стеной. Никогда с сегодняшнего дня в нашей жизни не было потрясений, не было потерь. Вот. Но сегодня, что хочу сказать, наверное, там, где фонтан Цыпюлин, не всегда все бывает по протоколу. Поэтому скажу то, что думаю. И, пожалуйста, записывайте то, что я говорю, возможно, будет интересно. Я считаю, что сейчас развернута настоящая война. Я прошу прощения, может быть, то, что я говорю, будет вписано потом на мое эмоциональное состояние, вполне это понимаю. Развернута настоящая война. То, что было раньше, там, где участвовал мой отец, это вот Ручка хорошо помнит, давление Москвы, противостояние, ну, события были драматические, но... Наверное, то, что происходит сейчас, если сравнить, это, наверное, была такая большая, просто интересная игра. Сейчас... Вторая взяла. Подрыгаду славу. Билеты в СНЕ, республика в СНЕ. Головнуха. Подрыгаю, подрыгаю, дела. Подрыгаю, подрыгаю, дела. Республика Дорогие друзья, Многонациональная Республика Татарстан новейшей своей истории, в своем развитии, обязана таким людям, как человек, с которым мы сегодня прощаемся, Афанасий Акимович Цыпюлин, и многими другими нашими национальными лидерами, людьми, способными говорить, делать, настаивать не только с трибуны Верховного Совета нашей Республики, не только с трибуны Государственной Думы Российской Федерации, что очень важно, но и на встречах с людьми, на Майданах, на собраниях, в Союзе Писателей, в их общественных организациях. Поэтому я имею поручение Наташа Райкова, Чуваша Романовича, когда Цыпюлин и Радкевич, Наташа Райкова, Президент президента вас, Александр Валерьевич Миниханов, Верчи президента вас, Шаймиев, Давлят не было пара, Давлят совета не было пара, Шахсену, Амаргат Никра Ахмадле, Куб Эйбергатская, Ухтушевна, Ире Ате, Эм, Уратмище, Сузген Топхар была, Эдна Сара Сапюлин, Республиканың үсшіне, үс тұрмышын, үс күшін
Желаем салам и шесть.